По мнению аналитиков PA Consulting Group, 2021 год станет годом бурного развития электрокаров, так как на рынок в полный рост выйдут такие монстры автомобилестроения, как Daimler, BMW, Renault, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Volvo, Toyota, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover и General Motors. По мнению тех же экспертов, это приведет к переразделу рынка электричек. Считается, что в первую очередь такой конкуренции не выдержит сегодняшний лидер компании Tesla. По самым оптимистичным подсчетам, компания Илона Маска займет 7-е место в списке производителей полностью электрических машин. Из-за сильной жары власти Франции запретили движение автомобилей в некоторых городах. По мнению экологов, в аномальную жару некоторые автомобили создают высокий уровень загрязнения окружающей среды. Поэтому в таких городах, как Париж и Страсбург, запретили ездить на машинах старше 12 лет. А в Лионе можно передвигаться только на автомобилях, у которых есть наклейка, свидетельствующая, что уровень вредных выбросов конкретного транспортного средства не превышает норму. Такие ограничения будут действовать, пока не спадет жара и не стабилизируются погодные условия. А в США автомобилям, наоборот, разрешили летать. Буквально несколько недель назад компания Opener провела презентацию электрического летательного аппарата Blackfly, который может создать конкуренцию для таких компаний, как Boeing и Airbus. Известно, что одноместный электрокоптер Blackfly может пролететь на одном заряде до 40 км, после чего заряд до 80% производится за 20 минут. Но главным удобством летательного аппарата стали вертикальный взлет и посадка. Ассортимент сети магазинов «База автозвука» пополнился светодиодными лампами нового поколения для мотоциклов от компании «Идеал». Мотолампы «Идеал» предназначены для установки в фары головного света, а именно в дальний и ближний. Эти лампы универсальны и подходят для всех видов мотоциклов, а установка не потребует от вас навыка электрика. В качестве источника света используются тайванские светодиоды Epistar COB с световой температурой 6000 кельвинов и световым потоком от 2 до 4000 люмен. Еще одной новинкой этого сезона стали аккумуляторные отвертки от чешского производителя Feldmann. Эти приспособления сочетают в себе компактность отвертки и удобство шуруповертов. Отвертки Feldmann представлены двумя моделями – FDS-1006 и FDS-1013. Старшая модель отличается более емким аккумулятором и наличием пластикового кейса для хранения отвертки вместе с комплектующими.